Кто? Всем привет! Вон на канале Марк. Смотрите, кто у нас записался. Ладно, нет. Кия! Кия! Тебе нельзя долбануть. Давай, вали. Ну, давай мы спрыгнем с обычного пенька. Ну, тут можно запрыгнуть, в принципе. Ну, это уже большой пенек. Это обычная гора, которая есть в каждом городе. Ну, тоже ничего. Давайте теперь надо прыгнуть с половины дерева. О, половина, половина, половина. Половина. Без полного дерева. Ну, 2 хп это я мало. Ну. Окно 3-го этажа. Ну. О, уже. Ну, еще 2 хп. 2 хп. Вот это долго лезть. А это высокое дерево. Тут уже может игроку стать плохо. Где? А вот я. Ну, я думаю, все-таки дойдем до самого высокого. Теперь Варфоломея, город Чехия, собор. Кому как лучше. Мы теперь будем подниматься. Почему я не мог построить? Потому что это много времени занимает. Вот так она еще выше. Ёшки-матрёшки. Я тут. Как вы видите. И я получился целых 100 тысяч долларов. Даже 500 тысяч. Если я вытерплю это все. Ну ладно, мы идем уже сюда. И после этого уже, ну как бы... Придется вот так вверх подниматься, потому что я буду поэтому подниматься. Это окно 30-го этажа. Видите, что я выживаю? Я буду сейчас на сам. Ну. Поднимаетесь. Поднимаемся. Вы даже не представляете,
откуда мы будем падать. Ну, потом мы будем падать. И это украинская статуя. Ну, так даже лучше упасть. Я с радостью упал. А то долго ждать. Ой, мне не туда найти туда. Я там еще денег потерял, начинала ждать. Ну ладно, давайте. Всего 5 минут видео идет. Ну, я могу сделать всего 10 минут. Ну ладно, давайте сделаем 7-8. Ну вот, украинская статуя. Ой, куда я провалил? Давай пойдем, только мы идем на следующее карту. Долго, конечно, ну ладно. И самая высокая будет космическая сетка. Это окно. И как бы, ну, это окно 70-го этажа. Уху! Не выжить. Не могу поверить, что это называется 70-го этажа. Ну, я не могу перевести. Это 140 метров. Кстати, вы не заметили, но я обновил скин. Ну вот. Как бы ничего и новенького. Ну, я думаю, по руке вы уже заметили. Тут у меня есть сундук с деньгами. Ну ладно, давай будем подниматься, подниматься, подниматься и еще раз подниматься на следующее. И это будет самое высокое здание в мире. После этого уже будут эти здания будущего. Ну, почему так делать? Интересно. О, прикол. Прикол. Интересно, я так смогу все проехать? Или нет? Просто интересно. Так, ну это смертельная разница. Так, ну в принципе. Ну да, в принципе, все окей. Вот там было озеро небольшое. Пришлось его закрыть. А то вы знаете, что будет, если упасть в воду. Ничего интересного. Забираемся опять. Не ну что, долго ждать и удерживать палец на одной кнопке. Вот это окно. Мы идем на самое высокое здание в